В день флага Ставрополь буквально переоделся в бело-сине-красные цвета. Главный символ страны украсил краевую столицу не только на земле, но и на небе. В честь праздника по улицам города проехались с триколором байкеры, автомобилисты и даже пролетел самолет. А еще горожанам подготовили концертную программу и многие другие мероприятия. На день флага мы приготовили ряд мероприятий для горожан и гостей нашей краевой столицы. Можно сказать, основным проектом будет являться площадь Ленина. Кроме этого, у нас 8 концертов по небольшим площадкам. Это общественные пространства и дворовые пространства. И здесь, на Александровской площади, уже с 16:00 работает детский праздник, детские интерактивные площадки. Тем самым мы стараемся, конечно же, сделать праздник. Это непростое время, но с учетом всех мер безопасности. 70 байкеров под эгидой «Ночных волков» проехались по всему городу. Финишировал мотопробег на площади Ленина. Тут же прошла акция «Автофлаг». 60 машин белого, синего и красного цветов выстроились колоннами в форме триколора. Участники просто люди города Ставрополя, автолюбители. Но плюс еще откликнулась на нашу инициативу «Почта России». Нам понравилась эта идея, решили реализовать, запустили сбор заявок, собрали автомобили, то есть... Людям стало интересно, значит, делаем не зря. В честь праздника по краевой столице курсировал самолет с триколором. Воздушный транспорт смогли увидеть многие горожане, ведь он парил над главными улицами – Комсомольским прудом и Парком Победы. Финальным аккордом стал торжественный вылет символа России на главную площадь. Из-за эпидобстановки день флага прошел без массовых гуляний. Однако это не помешало ставропольцам с размахом отметить один из главных патриотических праздников страны. Анна Куликова, Родион Бунятов, Вячеслав Юшкевич, АТВ «Ставрополь».